Всем привет, друзья, это Сергей, вы на канале Old School Gamer и World of Warcraft. Надеюсь, что четвертая часть моих похождений, точнее, похождений Труппенки, 16 левела. Мы вроде бы почти 17-го. Давайте посмотрим. И всего нам осталось 18, 19, 20, 3 левела прокачать. И закончено будет, можно будет удалять, освободить 35 гигабайт на жестком диске, установить что-нибудь другое. Не на жестком диске, а на SSD. Почему я сказал на жестком диске? Я им уже давно не пользуюсь. Ну и чем мы займемся? Во-первых, у нас есть... ну, типа два квеста, на самом деле один. Это разрыв связи. Зловещая застава исследована. И что надо сделать? Откроем карту. Предлагают нам по этой локации побегать. Я бы на самом деле что-нибудь другое бы попытался замутить. Но не знаю. Не знаток я этого мира и что тут нам предлагают из возможностей. Давайте выполним этот квест, который рядом. И надеюсь, нам не дадут никаких других. И мы можем под конец заняться чем-нибудь более интересным. Ну, какой-то, смотрите, город заброшенный. Зловещая застава. Что надо сделать? Для завершения. Завершить. И предлагают сразу новый квест, и его можно только принять. Что за бред? 17 левел нам, кстати, дали. Найдите капитана. О, найдите капитана. Капитан нам сейчас что-нибудь еще скажет делать. Это будет продолжаться вечно. Вообще не знаю, тут у меня есть какой-то вот журнал. В нем есть какие-то подземелья. Рекомендуемый контент. Пещера стенаний. Найти группу. Может, попробуем просто пещеру пройти? Поиск подземелий. Заранее собранный. Поиск подземелий. Классические подземелья. Мертвые копи. Огненная пропасть. Ну, давайте любую. Так, а нам не дают найти группу. Эта роль недоступна. Какая роль? А, вот, надо выбрать. Опыт походов нету. Вы готовы взять на себя роль персонажа, наносящего урон. Давайте. Встал я в очередь. Ну и пока что-то происходит, просто побегаем, посмотрим. Вон, воргеды бегут на войну. Так, а нам надо... так, вот по этому краю нам нужно пройти. Ну и посмотрим, если повезет, может быть, наша очередь дойдет. Но тут крутится значок поиск подземелий. Говорят, время ожидания меньше 1 минуты. То есть сейчас мы можем пойти в подземелье. И говорят, в подземелье быстро идет прокачка, что там 17 левел ничего не стоит получить. Но пока это происходит, мы сможем успеть найти чувака, за которым нам послали. Капитана Руцака. В сторожке Руцака. А вот сторожка. Ну, прикольно, атмосферно. Дождь идет. Музыка хорошая. И вот сторожка. Давайте искать, как в нее войти. А вот и сам капитан. Завершить. Уничтожьте 10 подводников 7-го легиона. Он нам дал квест. Стоит сундук. Сундук открыть нельзя, он для красоты. Обнаружено задание по чьему приказу? Добудьте приказы верховного командования. Давайте. Набрал опять сраных квестов. И вот они все рядом. Ну, побежали. А вот, время ожидания, смотрите, уже под 2 минуты. Никто не хочет подземелье, что ж такое? Вроде онлайн игра, говорят, миллионы игроков, и мы в итоге ждем, как дебилы. Гилнас. А вот подводники с трезубцем, какие-то аквамены.
14 левела. Ну давай его. Сколько нам надо? 10 таких убить. Долоранский острый сыр, ну отлично. Так, у меня закончилось, кстати, смертоносный яд. Давайте сделаем. Забавно, что он на час применяется. Нафига он так нужен? Один раз сделал и на час. О, сразу смотрите, двое на нас сагрилось. Подводники. Почему они подводники? Монетки. Какие, смотрите, припасы. Так, у меня что-то мало жизни осталось. Надеюсь, ее хватит убить еще одного подводника. Отлично, убил. И впервые за все время вопрос, а как подлечиться? А, каннибализм, можно пожрать трупы. Давно я им не пользовался, в прошлом видео, по-моему, ни разу. Нормал, пожрал трупов и жизнь восполнил, крутяк. Это мне нравится. Так, ну короче, этих подводников надо по одному вылавливать, я смотрю. Втроем-то они меня убьют, как воргены в прошлом видео. Готово. Реально, смотрите, подводник. Теперь я понял, почему они так называются. В костюме аквалангиста. Старший сержант Пьетро Зарин. Маленький флакон с лечебным зельем. А вот как раз им мы сейчас и подлечимся. Где он? Вот он. Выпили. Отлично. А можно еще из-под тишка нападать. Внезапным ударом. Еще двух мне надо убить. Мясорубка у меня есть еще. Заживление ран. Ну дела. Уж не помню, откуда у меня все эти навыки. Так. А что у нас за квест? Почему приказу? Диката вот, смотрите, бегает тут. А что за приказы? Что надо найти? Старший сержант. Не понял. Так, ну тут какой-то уж тронный зал. А, нужно убить вот этого, наверное, сержанта и у него забрать приказы, я понял. Но он страшный. Но не супер сильный. И до сих пор не может найти. 7 минут ищет. Но такая же проблема была, когда я Bloodborne проходил. Просто не могу найти игрока. Приказы. Нашел. Щит нам не нужен. И вот, да. Новый квест нам дали. Так, этот квест сдал. Осмотрите гавань. Пойдем осмотрим. Это что ли труба? Да, подзорная труба 7-го легиона. Похоже на какой-то контрабас. Не контрабас. Саксофон. Давайте посмотрим, что увидим в нее. Опять какая-то мини-игра, что ли?
Ну, это какая-то, смотрите, подводная лодка, что ли? Ну, нифига, действительно. Смотрит тоже в позорную трубу. А тут корабли. Людские, судя по всему. Прибыли подкрепления Альянса. Эти корабли я давно уже заметил, они тут стояли. Что день грядущий нам готовит? Завершить. Найдите командующего лучших смерти Бельмонта в деревне Тлеющего Угля в руинах Гильниаса. Назад. А, то есть нам надо вернуться. По пути как раз сдадим квест выполненный. И смотрите, уже всего-то наиграли 10 минут, уже половина 17-го левела есть у нас. Не знаю. До получаса пусть это ищется группа. Если не найдется, то отменю и просто за счет квеста все получим. Ну, сагрился, урод. Кидается. Ау! Неудачно получилось. Как лягушка. Северный каменистый мыс. Интересно, тут в игре будет что-нибудь, типа, когда я 20 левел получу, что мне, типа, Лилиандру открыли? Или Лиандра, как на Леди Лиандра. А, Леди Леодрин вообще, во, Леодрин. Все, ради нее вложил 6 часов в это говнецо. Так, напуганному мертвечине сдадим квест. И в награду я хочу окровавленный плащ, убийца подводников, жезл, прихваты Руцака. Ну, может сравнивать. Лучше моих. Перчатки получше будут. Где они там? Вот они. Давайте наденем. В инвентаре вообще места уже нет, да? Сыр сожру. Просто, чтоб место освободить. Так, и нам надо... Походу, как раз в ту деревню поплыли. Северный каменистый мыс. Какая-то плотина, вон, смотрите. Отношение под городу улучшилось на 250. Рыбки плавают. Нет, что мне нравится, вот в Warcraft это вот именно мир, я бы его поисследовал, конечно, если можно было просто без квеста, без всего, все локации посмотреть. Чисто внешне это было бы здорово. А вот и командир ловчих смерти Бельмонт. Здорово, Бельмонт, ты что, из Стальвании? Кинжал дикого воя. Это хорошо, беру. Найдите останки лорда Винсента Голдфри. Окей. Так, давайте. Кинжал вместо булавы. Рыбацкий нож нафиг. Че-че, есть что выкинуть ненужное? Жилет. Броня 9. Тоже броня 9. Ловкость, выносливость. Ну, вот это лучше жилет, чем мое. Наденем. Броня 3, к силе, к выносливости. 3 к силе, тоже лучше. Надеваем. Не понял. А чё он не надевается? Три к силе, к выносливости. 3. 1 к силе, ну, уберем и... А, он станет персональным, окей, давайте. Кинжал 3-7. Так, ну нет, у меня все мощнее стало, окей. DPS больше. Смертные, они никогда не перестанут удивлять меня. И снова, смотрите, за мной летит Артура.
Сопротивление бесполезно. Уничтожьте 20 боевых ворганов. Ох, нифига, у нас тут целый отряд. Вот это круто. Это я люблю. Смотрите, да. Эх, жалко, у меня нету никаких массовых заклинаний. Говорят, сформирована группа. Пойдем в подземелье тогда. Фу, смотрите, какая мерзкая картинка. Вот подземелье. Габриэль становится лидером группы. Мертвые копия. Победите боссов в мертвых копиях. Ну, давайте посмотрим, что из этого получится. Я выгляжу как урод по сравнению со всеми. Ну, пойдем. Мертвые копия. Посмотрим, что тут происходит. Первая моя пещера. Уничтожьте врага Арес. Одолейте Хелика. Убейте глуп. Так, три босса, говорят, надо убить. Ну, поскольку я просто наношу урон, мне можно не заморачиваться с командной игрой. Так, главное, как Лерой Дженкинс, не бежать на пролом. Ничего не понимаю, что происходит. Кобальды. Так, ну давай, чуваки, я за всеми. Блин, я в этой куче моле даже курсора своего не вижу. Так, зарезали. Так, куда все идут? Огр-телохранитель. Пока что все очень просто. А вот и глупток. Огр, которого нам надо убить. Давайте. А вот у него жизни довольно много. Мочи его. Готов. Один умер. Идем дальше. Все предметы хочу себе, не стану даже разбираться. Просто из жадности. Макака. Разносчица напитков. У меня помутнело в глазах аж. А вроде бы я в Warcraft, кроме вот сейчас то, что играю, играл только в самую первую ванильную версию до того, как аддоны какие-то вышли. О, я выиграл, смотрите, жилет какой-то. И его, типа, некуда класть. Ну, давайте. Повыкидываем говна. Съем сыр. Ешь сыр. Выкидывай сыр. Куриную ножку давайте съем. Ладно, тоже ее вытяну. Выиграли тигровый глаз, отлично. Медвежий зуб вытяну. Какое-то задание там выполнил. Вот, Дмитрия Адмирала.
Причем задание даже не из этого подземелья, а из просто игры. Так, нет, лук мне не нужен, давайте. Лакей-болванчик, ха-ха. Хоп-гоблины. Болванчики. Трогни тупой. Ща вдарю. Увидишь, кто тупой. Что-то я не впечатлен этой пещерой. Просто какое-то унылое мясо. А вот и Хеликс, да? А он, смотрите, он прыгает на других. Где мой курсор? Курсора не вижу. Как вообще они его попадают по нему? Штаны давайте. О, я выиграл штаны, отлично. Так, ну что? Еще три босса у нас осталось. В этой унылой пещере. Твари лечат. Энергии недостаточно. О, у нас уже 18 левел. Not bad. Да, они, конечно, пострашнее чуваки со мной, которые бегают. По-моему, это боты вообще, не? Чё они все одинаково выглядят? О, это прикольно. Големы. Ух ты! И что мне делать? Да, нормал! Захватили голема, этот прикольно. Блин, мы его сломали уже. О! О, черт. Ожил. Большой, типа. А это, наверное, врагорез 5000. Да, он так сказал. Энергии недостаточно.
и побежал. Что-то мне вообще урона не наносится от них. Большой, но не страшный. Готов. Так, у меня все инвентари опять забиты. Чё вытянуть-то уже непонятно. Рассол. Выпью рассола. Почему рассол считается алкогольным напитком? Медвежьи отбивные. Давайте съедим. Ну и чё, попробовать может этот молот? А, я не умею с ним обращаться, окей. Ладно, бежим дальше. Догоним остальных. А мне опыт дают, даже когда я не участвую в битве. Нормально, мне жизнь снимать начали, смотрите. Вон сундук какой-то. А чё все куда-то побежали, даже не хотят это, сундук посмотреть? Чё, он меня убьет сейчас? Надо сваливать. Офигеть, я сдох в пещере. Чё делать? Покинуть тело. Я очнулся у входа. Так, ладно, пока квесты сдавать не будем. Сначала просто побежим, догоним остальных. Жесть, ну и приключения. Одному теперь тут шляться. Они все пробегут, пока я их догоню. Походу, эти все игроки, они не игроки вовсе, а боты вообще. Тут, наверное, как-то сделали, типа, когда долго ничего не находится. Чтобы боты на помощь приходили или что? Какие-то имена. Габрея. Карлахсокс. Так, а тут закрыто. И что делать? А. Подойти поближе. Точно, открыть дверь просто. Так, тут был первый босс только. Да, они сейчас все зачистят. Капитан Пирожок, адмирал Терзающий Лев. Еще два босса осталось. Это я успею их догнать. Ага, вот тут был Врагорез 5000. Так, я правильно иду? А вот меня, да, убила тут тварь. Не пойду туда. Просто буду выбирать, что мне нужны все предметы. Потаённая бухта. О, вот это прикольная локация. Смотрите, какой гномий корабль. И вон наши друзья там бегают. В принципе, недалеко они убежали. Вот, блин.
Кто стреляет-то? Чё им надо? Ну, снаряды ложатся, походу, в одно и то же место. Так что особо волноваться не о чем. Так, и вот мы на самом корабле. И да, смотрите, они тут не всех убивают. Надо по трупам идти. Где-то тут уже босс. Пушка Братства Справедливости. Окей. Свежее мясо. Свежее мясо. Это что, бутчер из Диабло? Адмирал Терзающий Рев. И адмирал это Ворген. Отлично. Давайте помогу его порезать. Опускается туман. Пар. Офигеть, оживший пар. Бывает же. Надо подождать. Опять убежал во тьму. Источаешь запах страха. Запах страха. Я не могу использовать эту способность. Не хватает энергии. Энергии нет. Неподходящий. Надо адмирала резать. Мой аппетит. Ну смотри, убили у Курсуса. Что происходит? Он режет наше. Танк, ты соска. А все-таки это игроки, наверное. Давайте, почти убили его. Энергии недостаточно. Уха-ха-ха. Ну чё никто не бьёт-то? Чё происходит вообще? Какая-то чушь творится. Вы найдёте её. Готово. Но будет слишком поздно. Я больше не унесу опять. Грибы, нахрен. Началось голосование за то, чтобы исключить у Курсуса Жевателя Душ из группы. Причина — смайлики. Не, я против. Чем больше нас, тем лучше. Да чё вы устраиваете? Не буду я ни за кого голосовать. Тигровый глаз для ремесла. Штаны плавильника. Броня 10. У моих броня 7. Давайте штаны наденем. Чё ещё я тут набрал? Броня 6. Вот это говно можно выкинуть. 3, 7, 9. Блин, надо больше сумок. Плавник Мурлока нахер мне нужен. И шерсть тоже. Ух ты, а вот и капитан Пирожок. Ха-ха, нифига он варится.
бросок едой. Что за жесть? Какой-то угар. А, ну это, по крайней мере, последний босс подземелья. И сейчас все это закончится. Новое достижение. Мертвые копи. Жалкие людишки сбежали. Завершить. Главарь Братства Справедливости. Давайте все сдадим. Время, деньги. Пока. Ну что еще? Вали давай. Вали давай. Скалка пирожка, еще и я выиграл. Ну что, все? Пещера пройдена? Где мой камень возвращения? Был в какой-то сумке. Вот он. Да, подземелье пройдено. Мое первое подземелье пройдено. Отлично. Куда нас вернет камень? Похоронный звон. Да вы гоните. Это я вообще куда-то сейчас в перте вернусь. Вашу мать, где я? Это я в самой начальной стартовой локации игры? Да вы издеваетесь. Так, ладно. Надо найти ближайшую. Блин! Главарь Братства. Капитан Пирожок. Капитана Пирожка мы убили же, не? Ничего не пойму. Что за Капитан Пирожок? Куда его сдавать? Что с ним делать? Блин, это я не сдал его в подземелье. А как мне вернуться в подземелье? Западный край. Блин, чё ж так вышло-то убого? Не сдал пирожка, обидно. И теперь я не вернусь туда уже, да? Ну, отменю. А ярмарку Новолуния тоже можно отменить. Я её отменю, во. А чё же я тогда сразу-то не отменил? Окей, у нас уже полпути до 19-го левела. Немного осталось мучиться. Эх, пирожка бы сдал, ещё была бы 1000, и осталось-то всего бы ничего. Я ещё зачем-то телепортировался вообще в какую-то стартовую локацию. Блин, я вообще тупой. Я бегу по стрелочке на карте, а стрелочка показывает вообще даже не в соседнюю уже локацию. Так, мне нужно... Тут где-то была станция этих летающих уродов, не топырей. А, еще, кстати, где-то рядом же была эта. Станция дирижаблей. Вот я хочу на дирижабль, все. Идем к дирижаблю, в первую локацию вернулись. Сейчас на дирижабле куда-нибудь далеко-далеко улетим и там прокачаем остатки. Сейчас, да, найдем. Вот за эту ворота надо выбежать. Это выход совсем уж с самой первой стартовой локации. 40 минут уже прошло, офигеть. Что могу сказать про подземелье? Подземелье мне абсолютно не понравилось. И я представляю, что все остальные подземелья точно такие же. Отличаются там, знаете, внешним видом, врагами. Но, по сути, это просто бежит толпа и мясо. Кто-то танкует, кто-то режет, ни хрена непонятно. Теряешь аж курсор от вспышек на экране. И абсолютно неинтересное тупое месиво. Не знаю, что фанаты Warcraft находят в этих подземельях. Конечно, там типа открывается суть вашего персонажа. Каждый выполняет свою роль. Но это просто геймплейно тупо. Мне вот нравится так, смотрите, бежишь, дождь пошел, смотришь, там летучие мыши летают.
Вон домик красивый стоит. Вот именно понаблюдать на открытых пространствах, это круто, это мне нравится. Пещера же говно собачье. И дирижабли, по-моему, были где-то недалеко от подгорода. Сейчас, я думаю, мы их увидим, как они полетят. И нормально тогда все получится у нас. Сядем и слетаем куда-нибудь далеко, что-нибудь посмотрим. Ну, а пока насладимся тересфальскими полями. Так, тихий омут, озеро. Ну, помню эту локацию, я тут бегал в самом первом видео. Давно так это было, месяца два назад. Вон дирижабль летит. Вот нам туда и надо, откуда он вылетел. О, и исчез. А, ну то есть этот момент, где начинается, видимо, загрузка. Нужно найти теперь дирижабельную станцию нам. Раз он летел оттуда, она где-то тоже тут недалеко. Сейчас найдем, разберемся. И всего полтора левела нам осталось. Всего полтора левела. Всего ничего. Поместье остывший очаг. Как у меня горит очаг. Так, он какой-то разрушенный аванпост. Так, где тут находится дирижабельная точка? По карте непонятно. Где-то вот там она, мне кажется. Где вот башня, наверное, нарисована около брила. А вот дирижабль летит. Вот он, да. Так, я не пойму, он летит откуда-то или куда-то? А, вот, наверное, он около той башни, он и приземляется, да? Похоже на то. Все, нашли, да. Дирижабельный пункт. Идем к нему. Проклятый пес тьмы. Между двумя пробежал, они даже... Дирижабль в Агримар отправляется. В Дуратар. А вот это круто, вот это круто. Сейчас мы прям на другой континент. Ну, действительно, что нам думать. Вот мир, Дренор, Запределье, Азерот. Придумывали. И вот в Азероте, Восточное Королевство, а мы полетим в Калимдор. Нордскол, Пандария, Дренор... Запределье, блин, вообще. Для задротов понапридумывали всякого говнища. Аддоны все эти. Жесть. Так. Вот сюда нам, видимо, надо, да? Лагерь возмездия к левущему фьорду. Успею? Улетит. Успею, успею, я успею. Стойте, стойте. А, успел. Полетели, господа. Не туда летели, куда хотели. К какому-то ревущему фьорду полетим. Да и пофиг. Нифига тут. Гоблинский велосипед. Тьфу. Понапридумывали. Вон кто-то прилетел. Ариэла на коне. Ну и чё? Чё, не летим? Долго ждать? О, отлетаем. Давайте полюбуемся пейзажами. Попрощаемся с этими тересфальскими лесами. Они, конечно, прикольные, атмосферные, но уже задолбали. И загрузка. Блин, такие реально отставшие эти экраны загрузки. Просто низкое качество, низкое разрешение, убогие. Так, и куда мы прилетели? Мы в итоге в Нордсколе. Ну, дела. Хотел в Калимдор, а прилетел в Нордскол. Ну, давайте, Нордскол, родина нежити.
Ничего, сюда выходить? Лагерь возмездия. Какие тут левелы-то вообще предназначены? Ну, это прям какая-то Игра Престолов, стена, типа. Нет, господа, я передумал, везите меня дальше. Не хочу сюда. Через Фальские леса полетели назад, и на соседнем дирижабле все-таки в Калимдор полетим. Нахрен все это. Я уверен, все эти Нордсколы и прочее, это уже для высокоуровневых персонажей. Мы сейчас тут можем огрести люлей. Поэтому неинтересно. Посмотрим, хоть как это выглядит. Смотрите, тут даже льдов нету на краю-то Нордскола. Зима близко. Вот, снова прилетели сюда. И вон второй дирижабль. Нам надо на соседнюю башню перебраться, значит. Интересно, а эту башню вторую добавили, когда Лич Кинг, когда он вышел, типа, рядом к той просто еще одну достроили? Не исключено. Во-во-во, второй там уже стоит, успею ли я? Быстрее, 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 бежим. Давайте, давайте, давайте. Подождите меня. Не улетайте. Не улетайте без меня. Ждите. О, успел, успел, я успел. Здравствуйте, привет, приветствую, господа. Тут прям с каютами. Not bad. Давайте, я отсюда посмотрю. Такие на акул похожие дирижабли. А вот и дирижабль на Гримар. Полетели. Вот, да, этот городок. Тут Лоскутик тусил, по-моему. Или он соседним был, я уже не помню. И мы в Калимдоре. Добро пожаловать на родину орков. Да, прям орочья музыка заиграла. Алгримар, город орков. Вот, он такой большой и ужасный. Ну, я не хочу находиться в городе. Конечно, города это круто. В ролевых играх города, по сути, это главное. Но, блин, гадалка ярмарки Новолуния. И тут они. Походу, эту ярмарку тоже добавили где-то. И началось, понеслось. Так, ну я думаю, если отсюда прыгнуть вниз, то это сразу насмерть! А нет, смотрите, я жив. Я еще жив, я еще жив. Так, вон там какие-то квесты раздают. Как попасть внутрь? Неохота просто погружаться в эту городскую жизнь, это может затянуться на часы. А мы не ради этого играем. Просто найдем, как попасть внутрь. Ух ты, это прикольно. Окта. Герб гильдии. Приказ вождя Асшара. Низкий уровень. Приказ вождя Северной степи. Низкий уровень. За 35 опыта? Нет, спасибо. Так и не понял. А, ну вот же вход, пробежал мимо. Крепость Громаш.
Волджин. Гатура 4 ветра. Коровка. Здравствуй, путник. 360 опыта. Чё-то маловато. Да осветит твой путь вечное солнце. А ты чё, 110 опыта? Не, ну господа, чё-то вообще. Я недоволен такими раскладами. С другой стороны, посмотрим и Орочий город. Далеко бежать? Ща я в стартовой локации. Это, походу, еще на пару часов затянется, чтобы полтора левела качнуть. Ну, в любом случае, мы можем просто потом пройти тогда пещеру еще одну, и на этом все закончится. Вот я помню, когда Warcraft только и вышел, мы играли на пиратском сервере, вот в этой локации я бегал. Это вообще самое начало игры было, если за орка начинать. А тут острова этих... Острова Эхо там, типа, как их звать-то, тролли. Ну да, тут что-то совсем все плохо. Зря я сюда попёрся. Ну ладно, пофигу. В любом случае, я могу капнем перемещения снова вернуться в начало. Блин, неохота мне сюда бежать, на самом деле. Я вот думаю, сейчас столько времени потрачу впустую. Смотрите, тут враги 9 уровня, я 18. Реально, я подотстал. Дирижабли видно, как прилетают. Короче, просто 15 минут потерянного времени сейчас вот у меня. Дикий взрослый кабан. Просто посмотрим. Степи, конечно, прикольные. Выпустили бы Blizzard игру, типа World of Warcraft, а только... Что-нибудь такое. Синглплеерное. В мире самом. Мир Warcraft и виртуальной реальности. Просто позырить как экскурсию. Было бы круто. Какое-то состояние бодрости у меня. Короче, мне-то, я думаю, куда? Аллея духов или аллея чести? Климдор. Гримар. Надо на север-то, на аллею чести, я думаю. По-хорошему надо было просто дальше эти квесты выполнять, убивать воргенов. Ну, типа, у нас же последняя часть а-ля прохождения. Хотелось посмотреть что-то новое. Набрал тут каких-то говноквестов. Волок. Так, я хочу в аллею чести. Волок Маргулис. Оу. И вот да, прям вижу 50 минут, потому что всего 11 минут у меня у яда осталось. Ну да, реально, на час я все думал, а уж прошел почти час, это потому что задротская игра, и реально тут можно просто ночью проводить, занимаясь какой-то хренью. Просто вот по городу 5 минут надо же пробежать насквозь. Где там эта аллея чести, как туда попасть, как выйти отсюда?
Просто посмотрите, тут какая-то движуха, вон панды тусят. Ну офигеть. Игроков, кстати, почти нету. Так, аллея чести, она. Тут что, такие двери светящиеся. Ладно, пофигу. Все, да, вот я вышел на аллею. Сейчас выйдем из города. И в той локации уже что-нибудь поищем. Посмотрим, какой там левел. Левел 15, если хотя бы будет, а норм. Какие-то ящики таскают. Гоблины, что ли? Угу, почтовый ящик. С вашей текущей учетной записью нельзя пользоваться этой возможностью. Да, как раз хотел сказать, вроде бы в стартовой версии не дают пользоваться почтовыми ящиками. Так, ну и все. Тут вот, смотрите, какие-то стоят машины, катапульты, колесницы. И гигантские ворота наконец-то ведут нас на природу, в мир. Задние врата Гримара, Асшара. Асшара — это там, где ночные эльфы изначально обитали. Кабос, подрядчик. Карьеру подножья горы. Хиджал, да, он хиджал, это как раз где древо жизни было. Ну, нормально тут, сбежавший крошер. После Хардстоуна ненавижу крошеров. Крошер, стой! А, это он из него вылез? Так, мне бы тут каких-нибудь квестиков собрать. Нет, что ли, тут такого? Карьера, Василиск. Так, дайте мне путеводителя по приключениям. Асшара. Помогите оттеснить силы Альянса и захватить Асшару во имя Орды. Давайте. Чё? 35 опыта? Да вы гоните. А, ну вот, зато приказ вождя. Так, дайте мне отменить спасение степей. Так, что за у нас руины Гильнааса, приказ вождя, враг из глубин, огненная пропасть, Гримар. Так, враг из глубин, давайте тоже отменим. Вот, и наберем тут квестов. Подрядчик Жаднюк. Здравствуйте. 525 опыта. Не так много. Поймать сбежавший крошер. Ну, вообще тоже локация, да, не супер мне по уровню. Мне нужно бы куда-нибудь на соседнюю, видимо. Ну ладно, сейчас поймаем крошера. Крошер, стой! Норм! Вот это прикольно! Все, клево! Еще и прыгать может. Такие квесты мне нравятся, они забавные. Много спиленных деревьев. Пилить деревья крошером.
А, спиленные деревья просто собирай, да? Асшарские лесоматериалы. Ну да, такие они, типа. Вон, да, это древо жизни, типа. А тут все пилит уже. Забавно. Забавные квесты такие. Ослабший махоногий морал. Ослабший, да, потому что все гоблины замутили. Древесину сдали. Циркулярной пилой крошило, чтобы спилить ашарские молодые деревца и убейте 9 снайперов заставы Талдерис, когда они появятся. Не так много дают опыта за все это, но с другой стороны, довольно тут простенько. Быстро квесты делаются. Нельзя их бить так. А, ну можно вылезти. Ладно, давайте сначала деревья поспиливаем. Не понял. Замри на секундочку, подключу циркулярную пилу. Не понял, а где пила? Ну и чё? Я вылез, он сломался. А, мне нужно просто их убивать. То есть тут даже деревья особо не нужны, походу. Или что вообще происходит, я ничего не понимаю. Вот они. Нифига он как легко умирает. Ну да, я явно тут не по уровню. А, убито 0 из 9. Так, ладно, давайте тогда в новый крошер залезем. А вот, смотрите, залез в этот, и у него появилась и пила, и метнуть лезвие. А у того такого не было. Вот, норм. Да, снайпера типа на этих деревьях, походу, и сидят, да? Забавно. Давайте, падайте. Ну. Ух ты, круто. Ну, еще какое-нибудь одно деревцо. Давай их руби. Все, выполнено. Заряжу гранатомет. Убить 20 ночных эльфов-налетчиков. Для этого мне, видимо, опять надо
забраться в нового крошера. Давай сейчас найдем рядом, если бегает. Какой-нибудь вон бегает. Вылезем из этого, залезем в тот. Крошер, стоять. Готов. Залезаем. О, да. Тут теперь гранатомет. Вообще, я какой-то хренью занимаюсь, судя по всему. Надо еще дальше идти, в более, как бы, крутую локацию. Тут мне нужно реально много времени провести. Ну, хотя, с другой стороны, сейчас вот чисто поприкалываемся чуть-чуть. Давай! Неудобно этим крошером управлять, конечно. Целиться вообще нереально. Он просто стреляет, не пойми куда. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ну вот да, смотрите, как стреляет. Гранатомет говно, короче. Ну ладно, еще чуть-чуть осталось. Я не готова применить. Режь их. Готово. Это твоя миссия. Циркулярной пилой, чтобы свалить это дерево. Давайте свалим. Тоже недалеко отсюда. Медленно он ходит, конечно. Так, а если посмотреть Климдор, мы сейчас вот тут. Гора Хиджал. Ух, ни хрена. А тут пишут, да. 10-20. А в принципе это локация, смотрите, по 10-20 рассчитано, где мы находимся. Просто мы в начале локации. Древень заставы. Это прикольно, да. Деревья ночных эльфов. Ща мы его пилой. Жесть. Еще делать? А, убить его надо. Я
15 левела оно. Ты что творит? Как его убить-то, я не пойму. Кидается еще гад. А, я понял. Нужно новый крошер, и у него должна быть еще какое-то крутое оружие. Вот бегает крошер, сейчас мы его отловим. Стоять. Ну? И чё, я не могу у него залезть? Ай! Всё, нельзя больше залезать в крошера? Не понял. Древо войны. Ну и чё, типа, я потерял крошер и всё, теперь больше не залезть новый. Тоже исчез, смотри. Чё за бред, что происходит? Так, давайте тогда, знаете, что сделаем? Найдем группу для какой-нибудь пещеры. Мертвую копию я прошел, вот для остальных двух. Давайте. Может, что-нибудь найдется, и тогда норм. Дерево тоже подлечилось? Не, не подлечилось. Без крошера-то я его вряд ли. Ошеломление. Внезапный удар давай ему. Нужно подойти поближе. Сраное дерево, как тебя убить-то? Не эти твари еще. Получай. Все крошеры куда-то пропали. А он бегает один. И исчез. Черт возьми, что происходит? Задолбало все это. Уже не получаю удовольствия. Древень заставы. Крошеров нету. Бегаю как дебил. Пещера найтись не может.
Куда они все делись? А, во, крошер, в который можно залезть, смотрите. Отлично. Запасной крошер. Все, супер. Во, и у него тут есть перезарядка. Использование аварийного запаса энергии. Пополнить здоровье на 70 максимального запаса. Окей. Ну вот с ним мы сейчас и расправимся, с этим сраным деревом. Да тупо издалека его из гранатомета расстреляю. Нежить на крошере. Угар, конечно. Эй, дерево. О, попадает. Я пока не могу прочитать это заклинание. Давай, кто кого закидает? Гранатомет, конечно, не очень, но снимает ему нормально. Надо подождать. Так, ну давай. Убил. А я дерево убил, а я дерево срубил. Так, я, короче, подозреваю, что вот эти два квеста из старой локации я не буду проходить. Так, давайте вылезем из крошера. Огненная пропасть, у нас открылось 4 босса. И надеюсь, сейчас успею сдать квест. Сейчас сдам квест. Веди себя прилично, или убирайся вон. Постарайся не злить. И в подземелье. Огненная пропасть. Так. Так. Сила и честь. Так. Все, да, все от всех получил. Отлично. Лава, блин. Надо подождать. Ну тут хотя бы по левелу нормально. О, орк. Ну, а что-то выиграл. Говно предметы сыпятся. Пока не могу использовать эту способность. Спасено разведчиков. Ну, это вот в этой локации они. И первый босс.
а дорога. Готово. Все, мне давайте. И все выиграл, смотрите-ка. Ло Кагера у Пета выключи, пишут. Нет, не мне. Лава! Лава! Что все в жопу, ничего не буду собирать, просто опыта мне давайте. Все говно выигрываю. Наверняка место в инвентаре опять закончилось, да. Видите, удалить. Зелья. Сколько говна набрал. Испорченный мех мне, например, вот нафиг нужен. Все говно выигрываю. Убили босса быстрее, чем я разобрался, что вообще происходит. И выигрывал параш опять всякой. Ладно, всего еще два босса осталось. И у нас уже 19 левел. То есть одной этой пещеры, видимо, не хватит. Мне нужна цель. Огненные недра. Там какая-то, смотрите, змея. А вон еще орк. Брюхошлаг. Брюхошлаг. У меня нет цели. Брюхошлаг готов. Я сейчас умру. Отвалите от меня. Черт возьми, я еще и сдох. Сто орк спас. Скверненный знак каких-то тут. Ну, пока они там бегают. Лавовый страж. Подземелье пройдено. Ну, дела. Хоть квесты сдам. Случайное подземелье классической игры нам предлагают. Мне сначала бы сдать задание, что я набрал.
Или сразу пойти в следующее подземелье? Ничего не понимаю, что происходит уже. Блин, я один-то их всех не убью без группы. Что за оскверненный знак? Это боссы. Короче, я понял, надо сдохнуть и ожить, сдать один квест и покинуть пещеру нахер. Серьезно, уже не могу этим заниматься. Выбесило меня все. Сейчас я его внезапно ударю. Готово, убили меня. Покинуть тело, ожили. Вот и сдаем квест. Кровь и гром. Отлично. Еще и достижение получил. Какой я молодец. Так, выбираемся в мир. Я снова тут. Окей. Теперь отменяем. Темный шаман отменяем. Отправляйтесь в пещеру стенаний. Давайте. Ищем группу туда. Найдите Хорзека Круглода. Переставьте станции. Ну давайте, пока ищется еще одна пещера. Под 2 часа, я думаю, будет у нас видео. Но мы лучше выбьем последний 20-й левел. Мне кажется, я уже получил бы 20-й левел, если я просто бы не страдал херней, а изначально в локации нежности пошел бы дальше квест все выполнять. Без всяких этих путешествий. С другой стороны, посмотрели, что в игре еще есть интересного. Харзак Круглод. Быстрее, быстрее. Двигай. Хладный камень. Отчитаться. Все какой-то низкий уровень. Хрена я этим занимаюсь. Пойдем просто дальше. Хрена мне квесты, которые по 350 опыта приносят. Время на них тратить. Новые территории Асшара. Сейчас вот дальше куда-нибудь выбежим. Одинокая вершина. Руины. Ну, а там какие-то большие твари бродят.
Дворец удовольствия Галивикса. Интересно. О, Найди. Так, предгорье. Ясеневый лес, случайное поле боя, ярмарка Новолуния, крепость темного клыка, низины Арати, хрень какая-то. Нифига их тут сколько. Куда я попал вообще? По уровню-то в самый раз, но их тут слишком много. Нахрена я сюда сунулся? Минное поле. Отлично. Сто 160 всего опыта, неохота. Тут 160. Ну, давайте ясеневый лес возьмем. Куда идти? Что-то это где-то далеко, господа. Ясеневый лес. Не, спасибо. Давайте попробуем вот это, низина Арати, превосходство. Ох, надоело мне уже. Полтора часа. И застопорилось. Непонятно, что делать, чтобы дальше качнуть. 10 тысяч опыта не хватает. Стою в очередях. Не знаю, уже непонятно, куда бежать. Давайте просто я встану и постою пару минут. С надеждой, что что-то найдется.
Так, я не понял, что произошло. Экран стал черным. Поэтому видео на этом закончится.